Ну и заключение выпуска – новость для любителей фотографировать себя. Американские врачи признали пристрастие к селфи психическим расстройством. Но это не самое страшное. Самое страшное – это то, что лечение от этого недуга пока не существует. Ну а тех, кто все-таки не собирается прекращать фотографировать себя любимого, предлагаю тогда хотя бы называть это не селфи, как американцы, а по-нашему, по-русски – себяшечка. Ну что ж, к этой минуте у меня все новости. Я вернусь к вам ровно через полчаса. А сейчас слово моим коллегам Алексею Золину и Дарье Мироновой. Даша,